Приветствуем вас на канале «Франция – это не только Париж». Здесь мы рассказываем и показываем ту настоящую Францию, как она есть. Сегодня мы на поезде едем в город Метс и проведем там полдня. Видео от этой поездки – жизнь города в нашем виде. Приятного просмотра! Сейчас посмотрим. Если казармы, то это хорошо. Но я что-то казармы не вижу. Подожди. Давай дальше лучше. Давай дальше. Садим. Центр выйдем. Слушай, а у нас останавливается? Сколько времени провели, да? А сейчас уже ездим на поезд. Самое смешное. Когда уже на поезде поедем, да? Сейчас приехали на поезде. Машины иногда не хватает. Thank you.
красивые двери здесь, старинные. Ну что, пойдем куда? Я так смотрю, даже как-то держать удобнее, да? Да, удобно. Чем просто телефон. Да. А что-то делает на площади. Снова нет. Точно кай. У меня сейчас будет экстаз. Давай тебе. Так же хорошо, елка себе. Вокзал. Знаменитый вокзал, да? Что, пойдем? Да. Куда ты хочешь? В какую сторону? Ну смотри, мы можем пойти на порт Альмань, сюда, на главную аллею, туда направо. Пойти на порт Альмань. Порт Альмань в эту сторону. А мы через здесь пойдем. А, мы сюда. Да. А потом оттуда с порт Альмань, я пару фотографий хочу сделать. Хорошо. А потом с порт Альмань мы через город старый. Пойдем потихонечку через вот сам Плазлы и в город вот зайдем. Пошли. Мы идем к немецким воротам. Шумно здесь, да? Вот дом переделали, одна стена стояла, да? Да, красивый. Запах хороший. Сюда? Через фонтаны? Нет, сюда. Сюда? А мы можем перейти через дорогу, идем. Может, через фонтаны пойдем? А я не знаю, как там выйти. Ну, хорошо, тогда не будем. Давай через это, смотри. Где я? Или как я там? Бульвар. Бульвар, хорошо. Надо ждать. Не будет? Мы как настоящие французы. Сюда, кстати, мы еще никогда не ходили. Не ходили в эту сторону, нет? Красивые такие балконы. Где? А, точно, внизу, точно, да. Наверное, сюда въезжала карета, причем лошадь сверху была. А вот же площадь эта, которая я. Да, я знаю. Не могу пройти. А, оказывается, это Авеню Фош. Вот это. Вот это Авеню Фош. Да, по которой мы идем сейчас. Понятно. Слушай, пойдем по пути. Как красиво здесь. Класс, да? Как красиво, да? А сверху терраса, да? Да. Обалдеть. Любят французы. Я тут поживу. А, тут стоит, наверное, немало денег.
И, скорее всего, это по наследству. А нет, это доктор тут какой-то. Доктора здесь. И хирург. Тоже воротики такие немаленькие. Да, ворота, да. Большие. Беру эту машину. Это что? Эвакуатор. Что, идем в сторону? Здесь, здесь. А, нет, это багаж. Я тебя не вижу. А, такой. А, да, вот здесь для детей сделано. Какая-то церковь какая-то. Скорее всего, аббатство было. Ладно, дальше пройдемся, посмотрим. Жарден де Сен-Санс. Что это? Как это? Сад пяти чувств, что ли? Возможно, можно даже заходить, раз там есть. Ну что, движемся. Смотри, как здорово. Вот старая Европа, посмотри, двор такой, да? Ну да. Класс. Мне этот уголок определенно нравится. А что красиво-то? Дворик, вот здесь. Это старая, наверное, какая-то церковь. Видишь, за ней двор. А мы не одни снимаем, смотри, там человек тоже снимает. Тоже снимает. Ну, такая красота. Если бы я мог, я бы тоже снимал бы. Паркинг, наверное. Вот это паркинг, да? Да. Скорее всего. Да. На площадь вышли куда-то. Не знаю название площади. Смотри, Фуар Интернациональ де Метс. А, это вот этот с 29 сентября по 9 октября. Видишь? Ага. Там вход 14 евро стоит. Парк де Экспозицион Метс. Наверное, в Технополисе, да? Помнишь, нас Жан-Клод возил? Подожди, Экспозицион Лузиана, Новый Орлеан. Наверное. Значит, там джаз должен быть. Да, интересно. Слушай, а куда дальше? А, наверное, туда, в ту сторону. Наверное. Сейчас сниматься в этом городе. Что это, ищешь магазинчик? Не, наверное, там по стороне. Да, в той стороне. Фонтаны, дети бегают обычно. Часы старинные сверху. Видишь? Часы вон сверху старинные. Вот этот магазинчик. А, вот этот, где ты меня снимал. А, смотри, какая красота здесь. А? Интересно, сколько тут стоит это все. Спроси, если соевый соус, спроси. Смотри, какой милый уголок. Ага. Что не характерно для этого региона. А может быть, и не убирают. Даже оливки есть, ух ты, да. Оливки на дереве. Оливочка.
Нет, это ирис-шоп какой-то. Угу. 130 до якоря. От судна, да, прицепили мотоцикл. Класс. А замок еще лучше. Интересный как. Ну да. Так мы ее не перекусишь. Ну давай, сейчас я снова не покажу. Интересно, до сих пор такие есть. Мусор для стекла, для документов и для разного мусора. Вот такая Франция. Да, спасибо. А, да, такая милая улочка. Колокол живой. Рюдели. О. Мне что нравится у французов, они горшочки выставляют такие. Подходим к Порт-Арнань, немецким воротам. Опс, за что-то зацепилась я. Я не знаю, что это валялось там. Видишь, старина и современность рядом. Да. Такая Франция вся. Нет, еще зеленого нету. Слушай, а закрытые ворота? Странно. Странно. Почему они закрыты? Мы же здесь сейчас пойдем посмотрим. Обычно там проход открытый, может быть, сделают какую-то реставрацию. Странно. Раньше можно было напрямую проходить. Смотреть внутри. Странно. Ну, хорошо. Промчались пожарники. Ну, как нам повезло. Может, в средней галерее что-то есть. Так, чтобы прогуляться и не устать. Ну, пошли обратно. Закрыты ворота. Обычно ворота были всегда открыты. И туда проходили люди. Поменялись правила. Давно нас не было в Ницце. Не знаю, почему. Закрыты. Долго ее реставрировали. Вот таких ездит. Лена, ты хочешь зайти туда внутрь? Нет. Нет.
самое главное должен быть аппарат с презервативом. А, ну да. Да. Ну, фармаси, правильно. А здесь что? Тропик, да? Ого! Эпицерия. Ибискус, посмотри, какими количествами чайных. Ух ты! Да. Это имбирный какой-то напиток. Рис, да, хорошо. Там. Тебя что-то интересует? Такие милые дворики внутри. В больших городах. Магазины. Тут очень много видно с востока. Да. Тут много открыто. О, старые здания, видишь? Тропики – это Карибский бассейн. А, видишь, Orfidelity. Что это? Orfidelity – это аппаратура высокого. Классно. Видишь, надо же, где? Мы здесь. Где-то в уголке, да? Да, здесь надо же, никогда бы не подумал. Ну, что ее раньше не было. В принципе, мне кажется, что очень много магазинов открывается. Может. Смотри, вот пошел батюшка. Где батюшка? Вот, идет в чем. Ну да. Наверное, скоро место будет. Отцы французы. Даже в каком-то уголке, не самом центральном, вывешивают такие с цветами горшочки. А, галерея. Люди. Галерея, да, кадр, да, красиво. Вот такой дом, да? Фотографии у меня есть, вот. Просто кадр города стоит. Магазин, и рядом кормушка, где людям выдают вещи, еду. А это бич Франции, какашки на полу. Я думала, в Меце лучше. Ну да, в центральных районах-то, в центре, может, меньше какашек, а вот по закоулкам, как и в маленьких городках, как у нас в городке. Да, этого добра хватает. Да, не говори. Это достает. Но нету машин. Вернее, не машин, что я говорю. Собак бродячих нету. Кошек. Да. Ну, спрос рождает предложение. Выходим к площади Сен-Луи. Да, видишь. Понимаю, оливковая тема в этом году в Меце. Раньше пальмы стояли, сейчас оливки на каждом шагу. Пойдем через площадь Сен-Луи. Да, там красиво. А у тебя какие-то другие пожелания? Ты сразу... Я даже другое предложение. Знаешь, какое? Какое? Давай зайдем на эту площадь через там. Там красиво такой дом. Потом выйдем сюда и пройдем туда. Ну да, хорошо, пойдем. Что-то
это теплые какие-то чувства всегда вызывает, этот плющ на старых стенках. Угу. А рядом, смотри, просто заброшенный сад, да, посреди города. Очень оригинально, как и не автобус, да. И лошадка в окне продается. Какая? Это жираф. А, это же она белая. Я думала, это лошадка. Альбинос. Сейчас уедет автобус. Покажем. Этот. Вот она приехала, этот автобус. Да, внутри, прямо в городе. Наверное, дорого. Хотя там, мне кажется, там никто не живет сверху. Ну, да. Снизу-то точно. И Масад. Каждый раз туда ходить. Да, живут там сзади. Да. Ну и карусель, как всегда. Ну да, пиво продают, попить можно. А вот и пальмы знаменитые, мэтцовские. Отсюда их и убрали. Да. Видишь, как поддерживают старину здесь. Да. Всеми бревнами, возможно. Да. Наверное, отремонтируют, скорее всего, правда. Эту сторону тоже поддерживают. Вот там стоит руин. Пойдем промежду там. Я думала пройтись. Ну, пойдем. А, под аркой? Пройдись под аркой. Давай тогда, значит, пойдем до конца вот здесь. Потом зайдем под арку в эту сторону. Ну, пойдем. Красиво. Да, красиво. О, давай подойдем, посмотрим, сколько стоит вывеска. Сколько взять-то? А, тарин стоит, видишь, 5,90. Овкокот 7,90. Подожди, это что, овкокот? Сваренное яйцо 7,90. Яичко в смятку, да. В смятку 7,90. Ну, это здесь. Пиш Лорен 7,90. Так, Лорен. Ну. Ну что? Мы можем дома сделать чуть подешевле. Потому что они рядом немножко майонеза положены. Не, ну, Гена, ну даже в нашем маленьком городке за яичко 7,90, ну, знаешь. А почему? Ну, вспомни, может быть, там не одно яичко, Гена. Вспомню, моя сестра приехала из Израиля. Помню, да. В Париж заказала самое дорогое блюдо. Да. А им притащили яйцо вареное в смятку там с майонезом, там что-то такое. Да? Радости не было предела. Да, смотри, вот глубокие подвалы хранят. То есть до конца или здесь зайдем? А вот, не, мне интересно, смотри, как красиво, да? А. Вот этот балкон, наверное, развалится скоро. Нет, его укрепили, по-моему, ну красиво очень. Доставка. Ну, пойдем, пройдемся. Я люблю здесь ходить. Любимое мое место. Единственное. Патиссерия, видишь? Всякое. Да, цены хорошие. 5,50 пирожное. 5,50. Да, давай. Старая
аптека, фармаси, да? Старинная. Это сюда идут. Старинное здание, смотри, там, наверное, те, которые жили, представители. Двери там. Всякие бутики. Bubble Blunt. Это, наверное, парикмахерская. Европа Сток. Давай, подожди. Платье. Платье 49-65. Твой любимый магазин. Музыкальный магазин. Очень много немецких туристов сейчас на немецком разговаривают. Мэтс раньше был немецким городом. Ну что ты нашел там? Ну, вот это видишь, что Шахачина здесь они что-то загнули дорого. Сколько? 250, он даже на полтину дешевле стоит. Вот это сверху Астурия, а вот это или вот Артурия. Это Артурия? Кива Абесенша 49. Вот единственное, что непонятно, это Марк 2 или Марк 3. Угу. А это, скорее всего, Марк 2. Понятно. Пойдем в катедрал. Как эта площадь-то называется? Ой, одна из моих самых любимых площадей в Меце. Было. Резистанс, нет? Победы. А Пласанжа. Блин. Да. Сейчас выберем повод. Сейчас можешь посидеть на какой-то повод. О, смотри, а Марина. Они сюда перешли? Они раньше там были? По-моему, здесь вообще не было. Они, по-моему, там... Да? Нет, не было. Это в Тюнвилле. В Тюнвилле, да, я же тебе говорил. В Тюнвилле был на Марине. Не знаю, Геночка. Есть какое-то желание? Я не знаю. Есть какое-то желание, признавайся. Ой, слушай, смотри, он поворачивается, да? Да. Это что? Я тоже увидела, что он поворачивается, этот микрофон.
если будет возможность. Ну, давай. Амаретто. А если не камаретто? А вон, по-моему, амарена. Славка, видишь? Данька, брат. Наши взяли амарену. Сколько? 2,50, да, стоит? Да, 2,50 одна булка. А это у тебя такое красное, оранжевое с чем? А там карот, манго, в смысле, карот это морковка, манго, там еще что-то такое. Угу. Ну, сейчас попробуем. Интересно. Посидим, да? Сейчас выпадет, Таня. Точно. Катедраль Сан-Этьен. Уже не раз тут были. Туристический поезд. Кафе. Смотри, кафе Блендель. Помнишь, там проход был. Сейчас закрыли и кафе сделали, да? Давай, другой. Так, пошли. А, мы сейчас идем еще вот там, да, в магазин. Еще один музыкальный магазин здесь есть, да? Люди идут с двумя палками. Здесь очень популярны проходы. Маршнердик называется. Сегодня как раз ребенок шел в школу и сказал: мама, я видел странные вещи. Человек шел с палками, но без лыж. Так, ну что, опять магазин. Старый-старый с этим. Смотри, саксофон сколько стоит, да? Сколько стоит? 2600. Да, указион 2000... причем. Указион. 2600. Это не новый. Угу. Чем во Франции хорошо, то что при том, при суете, что людей много на улице, кафе и все, чувствуется покой. Угу. Просто расслабляешься, люди получают удовольствие. Даже в кафе сидят, такое ощущение, что их время вообще не интересует. Они просто живут. Тогда как в Америке, в больших городах, тоже полно народу, там какая-то вот беготня, там все время какая-то занятость, ты понимаешь, что у него время... У всех по минутам расписано. Все, сидит уже, у него отведен там 15 минут до гамбургера или полчаса. И побежали дальше. И вот это, конечно, эта разница чувствуется. Да. С тобой согласен.
знаки французские. Да, французские. Французские знаки. А это вот эспрессо по большим деньгам. Слушай, здесь где-то в этом районе, нет, а это там картинная галерея, это в другом, там. А вы не прошли мимо? Ну, как-то нет. Наверное, в том, на той улице. Она дальше? А вот она. Нет, 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 это, наверное, на той улице. Ела. Здесь. А, вот здесь. Вот, мошкара. Я не хочу их показывать. Улыбочки тут. Нет. А, вот картинная галерея. Да. Ага. Ой, попа. Да. Да. Такие картины выставляют. Мне кажется, так было, вот эти перегородки были, да? Каждый раз. Ой, а это что за? Видишь, монахиня. Сигарету берет, да? Сигареты. Как-то все это. С помадой. Дама с чашкой кофе. А вот девушка на полке лежит среди книг. Да, девушка на полке среди книг. Можно зайти сюда, но мы не будем людей тревожить. Попу поставили, и все нормально. Чем попа стоит 520 евро. Да. Собачка сейчас подписывает. Все, пошли дальше. Там мы идем. Это, по-моему, площадь республики, да? В центре. Рядом галерея Лафайет. Магазин чая, кофе. Здание банк себе отхватил, да? Красивое. Да. Да, классно. Вот банки, наверное, все великаны. Ну да, потолки высокие, да? Вход огромнейший. Да. И тут есть люди просящие. Галерея Лафайет в Мэтце. Мы тут, по-моему, никогда еще не снимали, да? Возле галереи Лафайет. По мне, цены большие, смотреть не на что. Ну, правда, тут мы купили во Фнаке телефон, которым я и снимаю, да.
сзади рестораны, да. А тут долго, смотри, делали ремонт, делали, наконец доделали. Все хорошо. Автобусы. Сейчас на нас наедут сзади, надо в сторону уходить. Ну вот так. Я поснимаю. Предложение зайти, как называется, в галерею, да. Арсенал. Хорошо. Ты хочешь? Можно. Посмотреть, да, какая там невеста. Шапка. Дети, которые ушли со школы, вернее, колледжа, лицея, сегодня они до обеда учатся в среду. Смотри, какая панорама, да? Шикарная. Обалдеть. А почему-то нету, смотри, фонтана. Странно. Обычно тут широкий фонтан. Большой. Все лето работал, сейчас на открыл. Туалет вот такой вот встроенный. Мы его знаем очень хорошо, этот туалет. И он у нас тоже. Да, хорошо, что здесь бесплатно в Мэтсе. Во многих городах Франции платно. Ну вот, да. По-моему, в Тюнвилле сколько стоит? 20 центов или 50 центов? Бесплатно. А ну подожди. А Либо... уже не бесплатно. Да? А уже все, 30 копеек стоит. Все. Видишь, хватит. Да. Ты уверен? А ну да. Давай. Попробуем. Раньше тоже было. Да нет, бесплатно. Хочешь зайти? А, ну да. Правда. Не, бесплатно. Хорошо, молодцы. Правда, грязно. Ну ничего. И не надо. Убирают. Шедевр. Кони мчатся непонятно куда. Когда я сюда приехала, здесь этого еще не было. Позиция. Водички хочешь? Нет? Водички нет. Арсенал. Здесь концертный зал проводят всякие музыкальные. Фестивали нет. Дети играют. Этаж 2. Предупредили, честно. Дискотека. Ух, я это здание люблю. Можно ли тут снимать? А? Можно ли тут снимать? Наверное, нет. Это в картины облекли, получается. Получается, да. Ну почему нет? Почему нет? Что, кстати, между прочим, если что-то такое повесить в квартире,
Очень интересно. Ну, это, например, вот потекло. Да. А тут чисто. Ну, это интересно. Вот. Что такая красивая. Ну, холодновато. Да, где-то квадрат Малевич увидел. А вот этот черный, наверное, да. Это вон дальше, там рыжая. Не впечатляет тебя, короче, да. Вообще тебе эта галерея впечатляет или нет? Сама галерея, да. Здесь много интересных вещей. Так что будете в Мэтце, приходите. Бесплатно. На втором этаже, в центре Арсенал. Да. Да. Здесь когда фотографии были знаменитых художников, фотографов, это было здорово. Угу. Здесь в Арсенале такой бутик есть на втором этаже, где можно купить подарки, да? Всякие. Да. Искусство. Это Ренуар, да? В стиле Ренуар. Да, в стиле Ренуар. Приветливая женщина тут. Всякие подарки можно купить. Руки. Мне больше всего понравились эти ложечки. Понравились? Да, понравились эти ножички. Эх, гуляем, какого цвета? Ой, а ты какого хочешь? А нет, тебе понравились. А мне понравились. А я даже не думала, что они разного цвета. Смотри, может быть, желтенькие или... Желтенькие. Желтенькие, серебряные и черные есть. Не знаю. Есть серебряные. Для каждого дня желтенькие для... Хочешь желтенькие можно? Не знаю. Да, они красивые, в принципе. Да? Или ты серебряные хочешь? Серебряный стандартный цвет, а золотые они все-таки. Торжественные. Ну да, исключение, исключение делаю. Да? Да. Ну хорошо, давай. Тебе действительно хочется? Да, мне хочется. Желтенькие, я просто знаете? Желтенькие. Я просто серебряные сначала вот увидела. Вот, а потом, ну, я потерялась, честно говоря. Подумай. Что можно купить? Музыкальная шкатулка здесь. Что здесь? Всякие кошелечки. Все, что с музыкой связано, на тему музыки. Красивая шапка. По 8 евро можно купить. Для деток можно купить. Потому что ты такой серебряный. Ты решила? Серебряные. Такие вот детские. Хочешь серебряные, значит берем серебряные. Какие хочешь? Я не знаю, ну давай. Таня, ну давай желтенькие, желтенькие, желтенькие я хочу. Что-то мне привлекает желтенькие. Ну все, значит желтенькие. Да. Вот такие открыточки можно купить.
машине. Pardon, madame. Je peux? Merci, madame. À dans 5 octobre. 5 octobre. Oui, c'est le jour de la photographie. D'accord. On va arriver. Oui, ça, c'est street art, ça, c'est spécifique, c'est bien, c'est bon. C'est toujours l'exposition d'été. C'est l'été où on présente du street art. D'accord. Quand vous faites les photos, on aime bien. Pas très oui, voilà, voilà. On n'est jamais ouvert au matin. L'arsenal n'est pas ouvert. Ah oui. Merci, merci madame. Merci. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Смотри, старый. А ну, покажи. Капецы какие красивые. Не знаю. Ух ты. Сейчас. Видишь, такие. Яркое солнце. Думаю, в кадре видно. Спасибо, солнце. Такой вот мэтс. Говорят, это самая старая церковь здесь. Да? Говорю, говорят, это самая старая церковь в Мэтсе. Там даже есть исторические. Ну вот я сейчас зайду, посмотрим. Она обычно после обеда открыта. Правда? Не всегда. Как старину двери. Вот написано «Шапель де Тамплиер». Между 1150 годом и 1250. Ты не веришь в это, да? Почему? Не, ну понятно, она переделанная. Не может такого быть, чтобы она... Ну, тем не менее, молодцы французы, сохраняют свою историю. А вот это... А, да, фламандское здание. Где находятся военные, да? Да, пойдем туда. Давай Леночка, здесь конечно, по тропиночке. Да. В каком году этому ребенку было года? 2 лет 8 назад? Или ребенка не было? Был. Мы здесь были в дни наследия. Во Франции проводится каждый сентябрь, в конце сентября или в середине, да, дни наследия. Ну, кстати, было в этом году, смотрела по телевизору, ну, да, первый, но мы не пошли, да. Это мы уже все видели. Ну, в следующие годы пойдем. Тем более, это суббота-воскресенье. Ну, в субботу можем же ездить, это в воскресенье нету. Ну да, в субботу можно. Никаких автобусов практически не ходят. В воскресенье. Так это что же если ты... Для военных, видишь, это терре милитер. Да. Хорошо устроились военные. Хорошо устроились. Я бы тут пожил бы. С удовольствием бы. А вот, вот это фламандское здание, где в день наследия было открыто внутри для посещения. Мы туда ходили внутрь, но тогда еще не занимались блогерством. И практически никаких видео нету, да? Фотографии некоторые, но военные были сильно напуганные. Солдатики на второй этаж они не пустили, когда мы спросили, а туда можно? Нет, 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 ну что вы, нельзя, только внизу. Ну, и то удалось. Ну, богатые везде
вернее, правители живут хорошо. Да. Да. Наверное, ребята приходят служить здесь, чтобы стать большими и сильными. Да. А в конце концов выметают дворы эти заведения. Итак, сейчас я покажу поближе. Женщина тоже снимала. О, солнце зашло. 1902-1914. Ну, наверняка во время бомбежек он был частично разрушен, но сейчас все восстановлено. Вдалеке кольца железные, дань сталелитейному производству. Здесь оно очень популярно. Одно из главных доходов Франции было до недавнего времени, пока не перекупили индусы и не закрыли много-много заводов. Вот такое небольшое путешествие у нас получилось. Да. Ну, пойдем вот к вокзалу потихоньку. Порядочно. Да. Так, интересно, остановится в Метсе машина? Не остановится. Мерси. Этим здесь не останавливается. Вернее, останавливается, но так, хотели проскочить. А вот в маленьких городках останавливается. Ну, здесь, можно сказать, небольшой Париж. Не Париж, но он спокойный. Да, хорошо. Автобус ждет своих клиентов. Сейчас осторожно. Вот показывала раньше какашки. Вот существуют вот такие кулечки для сбора какашек. И стоит 135 евро штрафа. Но французы революционеры, получается. Их это не пугает. Кстати, в нашем маленьком городке тоже так же самое. Пока висит объявление, что 135 евро штрафа, то... На улицах чище, да? Чище, да. А как только снимают, опять все появляется. Отходим. Триумфальные арки. В городе Метс есть своя триумфальная арка. Вот пошла, чтобы поснимать ее. Называется порт дверь Серпинуаз. Раньше тут стена была на старых фотографиях, продолжение стены. Сейчас все снесли и осталась только арка. Из откуда-то чашечка привезена из Одессы. Ты будешь пользоваться только ложечкой из арсенала, да? А, точно, да. Я-то думаю, для чего мы купили. Точно. Ты не поняла сразу, но ты чувствовала. Нет. В глубине души ты все правильно свела. Понятно. Да. Мы приехали за... Скорая помощь приехала. Жизю-секур. Нет, это какой-то Жизю-секур. Это благотворительная организация. Что, идем?
вокзалу. Да. Хочешь здесь перейти? Давай тут. А там что-то перекопано. Да, да, да. Давай тут перейдем. Здания какие здесь красивые. Угу. Да. Вот здание красивое, да? Да, очень. Долго здесь свет. Французы все пошли. О, вот мы сейчас сюда пойдем. Да. Что здесь интересно? Да, раньше такого не было. Нарушители. Французы не немцы. Любят нарушать, поэтому революцию сделали. Да, свободные люди. Как красиво. Икебана. Зимой не будет икебаны. Опа, мы не успели, не будем. Спеши. А ты хочешь? А я с удовольствием тут поставлю. А, ну да, ты же у нас француз. Смотри, фонтанчик, да. Какой красивый. А вот это здание вообще просто фантастическое. Красиво. Вдалеке это здание, по-моему, там казармы раньше были, да? Не знаю, сейчас есть военные какие-то. Какое-то военное. Trois Frontières, три написано. Забываю слова. Границ. Границ точно. И вот еще один француз поехал на красный свет. Да, красивое здание вот это. А он, как ты говоришь, урны сверху. Да. Такие стоят. Погребальные урны. Оп. С гирляндами. А что еще это нужно? Только погребальный урн. Стройка, постоянно что-то перестраивают. Перестраивают, но все равно это делается как-то аккуратно. Грязи нет. А, вот здесь старые вещи, да? Не видно в этих витринах. А здесь, смотри. Сюда таки приятно ходить в Мэтце, да? А, поле было. Центр занятости, ну да. Я же специально с этой стороны пошел, чтобы смотреть. Да, это красиво тут везде. А вон Алуи, видишь, сдается. Наверное. Дороговато это все будет. Я бы там пожил. Государство не потянет. У него тоже лимиты есть. Государство французское. Не, Геночка, не будем мы сейчас переходить. Будем ждать. Все, пошли.
хорошие розы, как цветут везде красиво. Здание почты, оно, по-моему, действует, да, центральное. Я мать на Париж бы не променял. Париж это Париж, а мать это мать. Да. Ну все, у нас завершается экскурсия, завершается наша прогулка, а также завершается зарядка телефона. Телефон достойно выдержал 2-3 часа. Вот. Ну, всем до встречи. Надеюсь, наша прогулка вам понравилась.